Дело на 500 000 гривен. Именно такой штраф может грозить нелегальным работникам сети секонд-хенда, которую на днях выкрали запорожские правоохранители. Как рассказали в облУВД, несколько торговых точек с одеждой БУ держали иностранцы, прибывшие в Украину из Азии и Африки. Это один из секонд-хендов в центре города. Как рассказали правоохранители, здешние сотрудники работали нелегально, а сами владельцы вообще не имели права находиться на территории страны. Кто является частным предпринимателем? И объясните мне, пожалуйста, где вы учитесь в таком случае? Учеба молодых предпринимателей не слишком интересовала, отмечают в УВД. Хоть изначально иностранцы, как сами говорят, прибыли в Украину для учебы, в вузах они появлялись нечасто, а в итоге и вовсе переключились на бизнес. Товар привозили из-за рубежа. В милиции не исключают, что вещи тоже доставлялись незаконно. Торговельная мережа работала без дозвольных документов. Были відсутні санитарні сертифікати відповідності на продукцію. Враховуючи можливість везення одягу з країн третього світу, він міг бути джерелом небезпечних вірусних захворювань. Вирішується питання про знищення вилучених товарів. Триває досудове розслідування. На иностранцев составили админпротокол, и сейчас решается вопрос об их возможной депортации на родину. Если вину организаторов бизнеса удастся доказать, молодым людям грозит штраф более 36 тысяч гривен за каждого нелегального работника. По предварительным подсчетам, в сумме это может составить порядка 500 000 гривен.